До выхода на сцену остались считанные минуты. Педагог детской школы искусств дает последние напутственные слова своему ученику, подающему надежды юному пианисту Олегу Корчагину. У Валентины Дмитриевны огромный опыт воспитания талантливых музыкантов. За годы работы она вывела для себя формулу успеха пианиста. Это природные данные, помноженные на старания и заинтересованность родителей и педагогов. Это моя жизнь, и, вероятно, детям все-таки передается. То, что я без этого не могу. И все дети играют, у кого больше-меньше способностей, но они играют с удовольствием. Олег Корчагин начал играть на фортепиано совсем юным мальчишкой в 6 лет. Знакомился с инструментом постепенно. Сначала играл под присмотром мамы или педагога, позже стал заниматься самостоятельно. Потом было множество выступлений на городских концертах, престижные конкурсы и премия «Новые имена». Его увлекает очень музыка. Он очень музыкальный. И на сцене он очень обаятельный. Он музыке отдается. Справиться с волнением перед выходом на сцену сложно, признается Олег. Для того, чтобы быть уверенным в своих силах, пианист занимается каждый день и упорно готовится к каждому концерту. Сначала в классе занимаюсь, отрабатываю сложные места, потом в зале играем, потом на репетиции приходим. Больше всего Олег любит исполнять токкаты. Это быстрые и четкие инструментальные пьесы, предназначенные для клавишных инструментов. В получасовую сольную программу юного музыканта вошли произведения российских и зарубежных композиторов. Бах, 3 сонаты, потом 3 этюда и Галынин танец, потом 3 пьесы и 2 токкаты. Во второй части концерта выступил выпускник детской школы искусств по классу аккордеона Николай Сезонов. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.